ГОБДД регулярно проводят рейды пешеход в профилактических целях. На этот раз провели в столице, где сотрудники милиции стояли на самых оживленных участках трассы. Наша съемочная группа во время рейда находилась вместе с сотрудниками ГОБДД по улицам Чуйфучика, где за несколько часов было выявлено более 10 нарушений. В связи с тем, что на этом перекрестке расположена больница, многие родители вместе с детьми переходят дорогу в неположенном месте, тем самым подвергая свою и жизнь ребенка опасности. Гражданам более зрелого возраста сотрудники ГОБДД делали предупреждение, попросив напомнить родным и друзьям, что улицу следует переходить только по пешеходному или подземному переходу. К счастью, многие правонарушители признали свою вину и тем самым безоговорочно соглашались на составление протокола и отметили, что проведение таких мероприятий приведет к уменьшению случаев ДТП. Правильно, я считаю, что это правильно, потому что в последнее время, может быть, просто информация у нас такая, слишком много именно ДТП в связи с пешеходами, сколько было такого. Хотя, вы знаете, я не скажу, что это... В общем, на пешеходе тоже страшно. За нарушение правил дорожного движения полагается наказать не только водителей, но и пешеход. Согласно части 1 статьи 247 Кодекса об административной ответственности, штраф за переход дороги в неположенном месте составляет 5 расчетных показателей, то есть 500 сомов. Данная гражданка нарушила 247 статью Кодекса об административной ответственности. Перешла дорогу в неустановленном месте. Здесь стоит знак, где запрещается переход пешехода. Люди должны переходить дорогу через подземку. Сейчас будет составляться административный протокол согласно 247 статье. Как рассказали сотрудники ГОБДД, для составления протокола в отношении пешехода требуются документы, удостоверяющие личность, но не все его носят с собой. При отсутствии документов стражи порядка имеют право задержать нарушителя и доставить в местное управление внутренних дел для установления личности. Данное мероприятие проводится с начала года, особенно в весенний период, так как по исследованиям более 50% случаев ДТП происходит из-за неправильного перехода дорог. На сегодняшнем рейде пешеход были задействованы все 4 района столицы, из которых самыми уязвимыми были 60 участков, куда были распределены сотрудники ГОБДД. Главной целью проведения такого рода мероприятий является уменьшение числа ДТП. Айджан Нурмаханова, Азат Муратбеков, Пирамида.